My mind's a riding Ferrari, light and chill with my Mercedes. See my Bentley, what I got with my two phantoms, had a baby. Ain't that crazy? Why you lazy? I get so for like Miss Daisy. Fuck you pussy nigga. Приветствую! Всем привет! И, блин, я надеюсь, я на этот раз доберусь до госпожи или что. Берон лишит защиты, если найти и уничтожить его корни. А, да. Надо тогда продолжаем, короче, издеваться над Бероном, на бедном. Темнолесье. Или верить его в пещеру. Нет, темнолесье, по-моему, мне надо. Хер его знает, честно говоря, я не помню, куда мне там надо. По-моему, в темнолесье не надо. Избавляться от... Так, давай. Давай. Так, вот этих... Блин, давай вот этих всех призовем, короче. Одних только этих сейчас призовем. А там поглядим. Не помню, куда мне надо идти. Давай, напрыгивайте. Мочите их всех. О, как они медленно его убивают, я смотрю. Ладно, посмотрим. Давай вот этих мелких. Мелких тоже убиваем. Так, пойдем сюда. Вот по порядку, короче, будем сворачивать постоянно. Потому что иначе тут заблудиться легко. Так, давай вот этих валите. Ой, как они их не могут убить-то. Походу лучше мне этих. Как они их медленно убивают. Ладно. Сейчас вот этих добиваем, идем, призываем 10 бурых. Потому что вот эти зеленые, они какие-то вообще бесполезные, судя по всему. То есть они полезные, но слабоватые. Они слабоватые, да, мне кажется. Так, пойдем. Пойдем десяток призовем, короче, сейчас обычных бурых. Они куда посильнее будут и пополезнее, походу. Так, давайте. Оставим пятерых. А остальных призовем бурыми. Все. Давай, давай. Кстати, вот тут еще один проход есть. Давай сюда сначала лучше свернем. Да. Так. Ага. А, ну да, как раз. Как раз мне сюда и надо. Давай вот это сейчас поломаем. А вот этих тоже сейчас покрошим. Ага, так, вон оттуда я взял зелененький. А теперь сделаем вот так. Три. Зеленый. Давайте, зелененький, очищайте мне дорогу. Так, теперь вон туда. Давайте, зелененький, вот это все очищайте. Не, давай, тогда всех туда. Все, еще одну сломали. Эй. Блин, блин.
Так, это что, один зелененький подох? Так, давайте вот эти зеленые тоже вот это очистите. Я заберу вот эту фигню. О, давайте вот эти все. И пойдем дальше. Куда-нибудь. Куда мы пойдем? Это что это у нас? Это буры призываются. Давай, тоже еще одного призовем, а то у нас нехватка народу. Так, там были. Я вообще не знаю, куда мы идем. Какое лабиринтище, блин. Оу. Нет, по-моему, мы тут были. Блин, ну ускориться никак нельзя в этой игре. Вот что неприятно. Пойдем тогда вот сюда. Поглядим, что у нас здесь. Тут нужны водяные ребята. Давай там пройдем. Оба. Давайте, атакуйте их все. Так, ну вот эти пошустрее будут, походу. Да, буры побыстрее убивают. Оба, а это что такое? Заклятие щита, владыка. Оу, щит, это хорошо. Только надо куда-то. А, вот она беру. Ну тащите. Потом вот сюда пройдем. Здесь разберемся. Сейчас это отнесем. Точнее, сопроводим ребят вот этих. Оба. Так, окей. А вот этих тоже валим. Тех. Тех теперь давайте убивайте. Все, молодцы. Можете, когда хотите. Заклятие щита поможет вам обезопасить себя от назойливых супостатов. Невидимый щит будет отбрасывать врагов. Так, только я все равно так и не понял, как мне их сменить-то. А, во, погоди. А, вот это что ли? Во. Ну давай попробуем щит. Нет, погоди. Попробуем вот эти вот гоблинов улучшать. Походу это вот этот и есть кнопка меняет способности. Здесь нет ничего. Давай попробуем там пройти, там где-то было место. Вот это. И тут посмотрим, где у нас. Зеленые. Давайте вчетвером справитесь, нет? Справляется. Молодцы. Хозяин барин. А только куда мы идем? Куда-то мы пришли, так тут мы не пройдем. Мы, забытые дети богини, возносим хвалу ей, ибо она есть мать всех народов, но эльфов любит крепче всех остальных. Не оставляй нас, мать эльфов. Скучища. Еще какая скучища. О, это кто, босс? Там какой-то босс ходит. Вот еще один. Блин, а я справлюсь, не? Давай, давай, давай.
Ой. А, смотри-ка, они его завалили. Он не такой уж и сложный, оказывается. А я-то боялся. Так. Погоди, давай сначала тут посмотрим. Там то, что мне нужно. Или давай все-таки здесь пройдем. Или там. А, давай тут пройдем. Так, давай, вот этих валим все. Ой, сколько их. Блин, тут походу надо было огненных призывать. Да, надо было огненных призывать. Мои гоблины мрут как черти, блин. И воскресить их негде здесь. Давай, все ломаем тогда. Блин, всего 10 гоблинов осталось. Ой, прихвостни. Блин. Ладно, мы, короче, хорошо пограбили. Вот только я потерял 4 прихвостней. И хватит ли мне имеющихся? Сомневаюсь, что-то я. Ладно, если что, свалим. Попытаемся сбежать, точнее. Ладно, убиваем того теперь. Так, теперь вон того валим. Давай, вон того теперь. Кого ко мне-то бежите? Вон, давайте этого топнуть. Он воскресает, воскрещает. О, давайте валите его сначала тогда. И вот этого тоже. Блин, а него... А почему я не могу воскрешать их? Ну, блин, нафиг. Давай тогда вот этого фигли с вами сделаешь. О, минус один. Поднимайтесь, ребята, давайте валить его. Вам того теперь. О, не-не-не. Давай. Сейчас он же и воскресит же. Блин. Давайте, добивайте вон того. Блин, их всего 9 осталось у меня. Так, здесь мы ничего не пропустили. Давай, сейчас вот это разломаем. Фигня. Так, сломали. Оу. Как мило. Встречают. Убейте их скорее, владыка. Это меня сейчас убьют, походу. Бляха, муха, давай. Давай, нет, нет, давай сначала он тех. О, погоди. Отлично. Давай, валите всех, валите. О, не, давай, вот этих, они слишком близко. Кого вы там валите? Вот, валите, вот этих. Эй, блядь, я что сделал? Давайте, убивайте.
этого убиваете тоже. Блин, эй, пик разорвешься на них. Так. Давайте вот этих мелких сначала всех поубиваем. О, не, давай вот этого убьем. Ребята, вот этого убивайте. Блин, мне гоблинов убивают. Моих прихвостней убивают. Гоблины. Моих прихвостней крошат. Да не туда, тупые. Вот, сюда, на него. Так, теперь воскрешать. А, нет, воскрешателей больше нету. Давай вот этих теперь убьем всех. О, вон он, воскрешатель. Фух, вроде бы все, да? Блин, блин. Как все проблемно-то, а? Так, кстати, одного гоблина. Ага, все, так. Давай ману восстановим тоже. Отлично. Так, у меня остались одни вот эти, да? Зелененьких надо бы призвать. Да, зелененьких призовем. Троих всего получилось. Так, сейчас мы тут ставим фигуринку, да? Вставляйте ее. И пойдем дальше. Давайте, крутите, вращайте. Кто там нас ждет? Гоблиноиды. Ой, тут эльфы. Я уже всех под гоблинов уже. Нет, вот это вот спас. Я не пойму вообще. А как переключать-то все-таки я так и не понял. Ладно, все это отлично. Почему богиня отвернулась от нас? Неужели она возлюбила гномов? Эй. Нельзя просто так топить свое войско, повелитель. Вам нужны слуги, что умеют плавать. Или хотя бы медленно тонуть. А зачем ты мне это говоришь? Синие плавают, как рыбы. Да, только их еще найти надо заметить, этих синих. Так, давай-ка вот эту фигню возьму, что это у нас такая. Несите. О, новая вещица? Обожаю обновки. И что это за новая вещица? Куда вы тащите? А, вон куда, в какую сторону. Это мы назад идем, да, значит, получается. Ну, ясно. Здесь нам, значит, не пройти. Нигде. Там мне нужны водяные, чтобы пройти дальше, походу. Ладно, значит, поищем другое место. Все-таки надо понять, как переключать вот эти вот магию. Заклинание себе переключать на другое. А то у меня и там заклинание накопилось, а толку от них никакого. В следующем мы пойдем поди сюда. Наверное. Так, и что это у нас было, сейчас скажут. Вы можете призвать еще прихвостней. А, вот, теперь у меня максимальные 20. Прекрасненько. А, давай вот эти. Нет, наоборот. Давай поровну, короче, раскидаем их.
Все, 20 прихвостней таких идут. 10 таких и 10 таких. Даже не знаю. Добро пожаловать! Ну, короче, побродив полчаса по темному лесу, так же он называется. Не знаю, короче, по лесу побродив, я-то понял, что без водяных мне дальше, походу, никуда не пройти, видимо. По крайней мере, другого варианта я не нашел. Поэтому будем в следующий раз думать, где искать водяных. А сейчас заканчиваем.